Kazakhstan, Mikhail Shaidorov. Меня зовут Михаил Шайдоров, мне 18 лет. В фигурном катании я 7 лет. Я занимаюсь этим всю жизнь. Перед этим я занимался спортивной гимнастикой. Меня зовут Алексей Урманов, я олимпийский чемпион по фигурному катанию на коньках. В данный момент я работаю с Михаилом Шайдоровым. Работаем мы уже достаточно давно. А в этом году уже будет, если я не ошибаюсь, 4 года. Мне очень приятно, что у меня есть такой хороший ученик. С каждым днем он становится все более и более профессиональным спортсменом, профессиональным атлетом. Впервые мы с Михаилом познакомились в далеком 2017 году. Тогда, когда мы приехали с папой на сборы в Йошкар-Олу. На самом деле это было, вот, получается, 6 лет назад, да? Сейчас в это очень сложно поверить, что на тот момент Михаил, как сказать, был совсем еще юный и был еще совсем слабый. Тогда я был совершенно недееспособный. Потому что большинство занятий моих в Алмате проходили именно на льду. Хотя в том возрасте нужно больше уделять, да и вообще нужно больше уделять времени в зале. Я не совсем был подготовлен, потому что у нас не было залов, условий для этого. До 2018 года, в ноябре, мы с родителями решили переехать в Сочи, чтобы на постоянной основе тренироваться у Алексея Евгеньевича. Мне так это кажется, что ему понравилась совместная наша работа на том лагере, да? И буквально через 2 года Михаил с родителями обратились ко мне и попросились тренироваться под моим руководством. Я с удовольствием начал с ним работать. Мне кажется, что мы на правильном пути, да. Ну, и будем стараться показывать результаты, потому что спорт, он все-таки подразумевает, чтобы был результат у спортсмена, да, и чтобы эти результаты все время улучшались и улучшались. Чемпионат мира в 2021 году, который был, мы начали очень сильно форсировать события. Надо было быстро подготовиться. Я очень сильно себя уматывал, да. У меня было очень сильное переутомление, и в какой-то момент у меня заболела приводящая мышца. И очень сильно заболела. В итоге мы поехали на чемпионат мира,
из-за этого переутомления у меня было очень плохое состояние, как психологическое, так и физическое. Я очень тяжело собирал элементы, но, тем не менее, я был готов на то, что я мог. Ну, в общем, выступил я плачевно, занял предпоследнее место. И после приезда уже в Сочи я начал плотно лечиться, потому что кататься я вообще совершенно не мог. Потому что у меня все приводящие мысли просто вообще не давало, даже мне даже ходить было больно. Но вот так вот получилось, и 4 недели я сидел без льда. Этот сезон начинался очень сложно для Михаила. Он даже попал в больницу. Он месяц, больше месяца, месяц и неделю, или месяц и 2 недели, вообще пропустил без тренировок. Мы вынуждены были из-за этого пропустить несколько турниров. И восстановление такое тяжелое было после этого всего. Ну, реабилитация, да, и как бы восстановление, обратно приход в форму. Я считаю, что на универсиаде этот спортсмен сделал то, что он готов был показать на тот момент. И для меня, как для тренера, это важно. Ну, а потом потихоньку все начало входить на круги своя. Я никогда в жизни не ставлю спортсмену программу, если он к ней не готов или она ему не нравится, да, то есть это должно быть совместное итоговое решение. Надо стараться, надо работать. Вы знаете, на самом деле, не так уж и много чего можно сказать, но вот этого немного, это в тот же самый момент огромно. Я когда-то в свое время, когда я катался на коньках, да, я занимался у профессора фигурного катания на коньках, Мишин Алексей Николаевич такой есть. Очень известный в фигурном мире специалист, да? И он, да, всегда говорил, что, ну, вот этот мальчик двигательно одаренный. Но это он говорил так скромно, двигательно одаренный. Двигательно одаренный — это значит талантливый. Так вот, Михаил, я считаю, это тот спортсмен, который не без таланта. Любой талант, даже если он сверхсуперический, да, он должен быть подпитан. Чем подпитан? Работой, своим трудолюбием, своим стремлением, да, целеустремленностью, да, вот этой вот, что у Миши тоже есть. То есть он работяга, и он очень хочет, у него очень большое желание. И я надеюсь, что вот он будет продолжать свою вот эту вот двигательную одаренность, да, которую мы обозвали талантом, да, что он будет ее подпитывать и дальше вот именно своим вот этим вот, своим желанием, своей работой, исправлением ошибок, недочетов, стараться прибавить еще, потому что есть над чем работать, да, ну, как бы, потому что есть конкуренты, к которым хочется приблизиться, которых хочется обыграть, ну и стать. Кем? Стать самым лучшим спортсменом Казахстана. Мишка, не Мишка, а Михаил Шайдоров, да. Запись-то идет. Гигабайты-то идут. Да, я недавно получил права. Я учусь водить уже в городе. Бойтесь меня. Подождите, дайте я допрыгаю. А, ну допрыгай. Да, ну, честно. Ну, пускай поближе поснимать, где ты прикольно. Почему на лице именно не? Сангур, вам надо зарплату выдать. Миша не хочет сниматься. Вот, едет, едет. Лови, лови. Ты сделал контент. Полетели, полетели.
сейчас я прыгать не буду. Ну, просто момент ухода со льда снимем и что? Да поворачивайся ты, блин! Это было плохо. Хочешь, чтобы его закатали, да? В каток? Почему-то вот так в лицо, вот так, цветком. Надо было быстро подготовиться. Не совсем, конечно, быстро, но, в общем, я был готов, но не совсем был готов. Давай, какой тигр! Он, наверное, не в курсе, что мы его снимаем. Михаил, мы тебя снимаем. О, кайф.